Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады вас поприветствовать на втором региональном фестивале «Вело47». В Кингисеппском районе он проходит второй раз. Я надеюсь, что мы с вами возьмем «Вело47» за хорошую традицию и каждый год будем проводить его в Кингисеппском районе. Я всем вам желаю удачи. Мы рады здесь вас видеть. Поэтому наслаждайтесь сегодняшним днем и друг другом.